Анонс и точная дата выхода с 56 по 60 серию нового турецкого сериала «Плен». Новые серии сериала продолжат выходить на турецком телевидении с 6 по 10 февраля. Серии будут выходить по одной в день. В новых сериях мы увидим, как азарт достиг своего пика в сериале. Ожидание ребенка началось в особняке. Орхун поймал мяч, брошенный Нуршахом. Просьба Орхуна о ребенке свела Арифа с ума. Афифа каждое утро подсовывает Хире противозачаточную таблетку. Нуршах начала сближать дуэт. Как мы уже говорили в наших предыдущих трейлерах, Нуршах – это фактор, который увеличивает связь между ними. Орхун, который хотел, чтобы Хиру уважали дома, смягчил свое отношение к Хире. Теперь он продолжает игру у мужа и жену у всех на глазах. Более того, на этот раз он делает это добровольно. Ожидание ребенка Орхуна не нашло много хороших новостей в особняке. Хотя Афифа не могла позволить себе продолжить свой род от девушки-рабыни. Эта идея сводила Эду с ума. Эда чувствовала, что постепенно теряет Орхуна. Теперь Эда начнет разыгрывать свои козыри против Афифы. Когда Эда поймет, что потеряла Орхуна из-за Хиры, она начнет заполнять Афифы. Особенно она будет стараться вывести на чистую воду тот факт, что она является убийцей Нихана. Конечно, этот план Эды, которая не знает правды, взорвется в ее руках. Более того, ее будет ругать Орхун. Так кто же такая Хира? Действительно ли семья Хиры погибла в результате несчастного случая? Хира может быть дочерью богатой семьи и врагом семьи Демирханлы. Ответы на эти вопросы мы сможем найти в процессе после сближения Орхуна и Хиры уже в новых сериях сериала, выход которых продолжится 6 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.